является подписание соглашения о сотрудничестве между группой «Акрон» и Министерством сельского хозяйства и продовольствия Московской области. Мы ведущий производитель минеральных удобрений в России и в мире. Мы действительно ценим сотрудничество с компанией «Акрон» и видим, как вы динамично развиваетесь. Поздравляю с этим замечательным событием. Еще раз спасибо, что «Акрон» сегодня здесь с нами. Поздравляем участников с подписанием соглашения. Сегодня «Акрон» принимает участие в Дне поля Московской области. Для нас это первый опыт. Сегодня мы подписали важное соглашение по взаимодействию между группой «Акрон» и Министерством сельского хозяйства Московской области, которое позволит нам расширить наше сотрудничество с регионом и увеличить поставки минеральных удобрений аграриям Подмосковья. Мы представили новую технологию – это автоматический аэрофотомониторинг. Это наши собственные разработки, которые, я думаю, что придут на вооружение холдинга и позволят получать новые объективные данные с полей. Мы производим широкую линейку минеральных удобрений. Сотрудники компании разрабатывают систему питания основных сельскохозяйственных культур. Любой аграрий может правильно применять наше удобрение, и мы гарантируем, что он получит качественный урожай, а самое главное, он получит хорошие экономические показатели.